продолжаем разговор. Можно сказать, что представитель вкусного партнера Арташес Давтян. Здравствуйте. Большое спасибо за такое приятное представление. Скажите, пожалуйста, вот говоря об изменениях на рынке, да, с вашей точки зрения, все-таки как он изменился за последний, может быть, год и какие тренды появились? Ну, в первую очередь, в нашей категории, это категория соусов, это разнообразие, появляются новые категории, новые сегменты. В первую очередь мы говорим о категории соусов для приготовления блюд, которая очень активно растет и развивается. А второй тренд – это здоровое питание. Люди хотят все больше видеть альтернативы классическим соусам. И, в общем, мы пытаемся эти соусы им представить. Ну и все-таки, с вашей точки зрения, как изменилось взаимоотношение с сетями вот, в условиях современного рынка, опять же? Ну, если выбрать одно слово, то это в первую очередь партнерство. Сети и производители вместе работают над одной целью – удовлетворить потребности российских потребителей во вкусной, здоровой, разнообразной пище. Многие отмечают все-таки тенденцию к здоровому образу жизни, да, сейчас у потребителя. Вот какой продукт все-таки зайдет прям вот на рынок, если говорить о том, что готовите вы, например, вот в следующем году или в этом году? Ну, в этом году мы, к примеру, запустили соусы сливочные для приготовления блюд, и сеть «Магнит» нас особенно в этом поддержала. Мы очень рады и довольны. Это прекрасная альтернатива классическим соусам для готовки. Ну и в целом, здоровое питание действительно является важным трендом на рынке, и все, кто представляет продукты, которые эту задачу решают, будут активнее расти и будут активно добиваться успеха. И говоря о кейсах, которые были реализованы вашей компанией, в этом году самые успешные, с вашей точки зрения? Либо еще такого не было? Ну как же, уже октябрь месяц. Безусловно, у нас были успешные проекты, и не один. Если говорить о моем сегменте, сегменте продуктов питания, то, безусловно, это запуск сливочного соуса. Это прекрасный продукт, который был специально разработан под вкус россиян. Это здоровое решение, которое позволяет готовить блюда еще более разнообразно. Ну, к примеру, там, без строганов или, к примеру, болоньезы с томатным соусом. В общем, очень интересный у нас продукт. Ну, какой у нас, опять же, вкусный разговор получается. В конце все-таки, что бы вы спросили у «Магнита»? Я бы сказал спасибо Яну Дюнингу за его прекрасную работу, потому что мы видим очень активное и поступательное движение в сторону партнерства между нашими компаниями и другими производителями тоже на рынке. Мы желаем вам быть на одной волне. Спасибо большое. Спасибо большое.